Всем привет, мои дорогие! С вами Клонова Анна, проект Фаберлик Онлайн. Это заказ новинок и не только. Значит, есть новинки каталога номер 4. Они мне пришли не все, потому что я сглупила и заказала одежду вместе с VIP-новинками. И они все время, да, компания Фаберлик все время откладывает доставку одежды, и там болтаются мои VIP-новинки, которые я никак не могу получить из-за того, что они вместе с одеждой. Должны были прийти сначала 11-го, потом 15-го. Сейчас уже 18-го, но надеюсь, что придут все-таки. Итак, значит, что из основного заказа, что мне нужно? Это концентрированный гель для мытья посуды, так как в нашу семью пришел COVID, и все болеют по очереди. Я заказала концентрированный гель для мытья посуды 2 в 1, чистота и защита с антибактериальным компонентом. Артикул 30-103. Кстати, арбуз и эвкалипт, ну, очень такой приятный. Сочетается, но не сочетается. Очень так оригинально и прикольно и мыть посуду. Нежный эвкалипт такой какой-то получился. В общем, прикольно, мне нравится. Что еще мне нравится, это то, что он, знаете, как будто бы за руками, что ли, ухаживает, да, ну, хотя тут ничего не написано, но руки он прям не сушит, он 0+, подходит для мытья бутылочек новорожденных, детей постарше и так далее, это тоже все очень-очень здорово. Заказываю я помалу, взяла 5 штучек вот таких вот запаснички, на стол положила 2, потому что у меня есть посудомоечная машина, но все равно есть вещи, которые не помоешь в посудомойке, или они не влазят, или еще что-нибудь. В общем, очень-очень классно. Классное средство, такой у него прозрачный, зеленоватый такой, видите, ароматик, да, оно таким образом откручивается, я его не разбавляю, да, вот видите, такой зеленоватый, да, давайте чуть-чуть на крышечку капну, такой нежный зеленый отлив, вот, и очень приятный запах, да, получилась такая, как даже сказать, зеленая свежесть, что ли, вот очень мне понравился. Ну, в общем-то, оригинально, когда устаешь от чего-то, то бываешь в шоке вот от этого. Далее, концентрированный гель для стирки. Он очень хорошо зарекомендовал себя в поездке. Когда мы в январе летали на Мальдивы, мы взяли с собой целую упаковку геля для стирки, ну, потому что не хочется где-то там сдавать в стирку, ждать 2 дня, ну, вот это вот, знаете, вот это все. А дорожные вещи хочется постирать, все хочется постирать, и нижнее белье, и купальничек где-то ополоснуть, и футболочки где-то застирнуть, потому что, когда у тебя 14 дней отдыха, плюс 2 дня в дороге, ну, 31 час, да, туда 31 час обратно, то получается, все равно нужно что-то носить, и даже нижнего белья, ну, не будешь же ты брать там, допустим, если нужно 2 плавочек в день, да, утром, вечером, то ты, конечно, не будешь с собой брать 28-30 плавок, ну, это абсурд. Конечно, мы стирали, вот, артикул 118-43, отличная, просто отличная ручная стирка. Когда ты все время стираешь в машине, как-то особо не ценишь. А тут вот именно отличнейшая такая вот стирочка. Далее, что я вам хотела показать, сейчас найду, дорогие мои. Вот есть у нас в каталоге, так, увеличиваем, вот такие вот наклеечки для ногтей. Артикул 79-67. Вот они в наличии, мы сделали 3D объем, да, то есть вот это вот внутри ногтя покрыто гель-лаком, и вот это вот уже в начале ногтя смешали с блестками от мастера, и получился такой вот нежный, классный рисуночек. Они тут, знаете, такие полупросвечивающие, полупрозрачные, но мастер их обыграла так, что они просто очень красивые, и я с такими ногтями полечу в Казахстан. Далее, один из самых-самых любимых ультракондиционеров для белья, восточный пион, он не пахнет обычным пионом, артикул 118-53, давно его не показывала, да, такой вот он, жиденький, светленький, тут есть крышечка, вы наливаете, и все отлично, ничего никуда не течет, аромат просто супер. Еще раз повторюсь, это не обычный пион, это обалденный пион, это вообще не пион,
Очень вкусно пахнет, очень вкусно. Так, концентрированный гель для стирки деликатного. Он для чего? Он защищает волокна, цвета, сохраняет свойства особых тканей, эффективен при низких температурах, не оставляет разводов. Артикул 118-40. Тут идет специально ухаживающая формула, которая создана для эффективной и бережной стирки деликатных тканей. Да, и вот тут прямо написано: рекомендован для шерсти, кашемира, тонкого трикотажа, шелка, атласа, смешанных мембранных тканей, кружев, нижнего белья, чулок, колготок, изделий с аппликациями и принтами для флиса, микрофибры, пуховиков, спортивной одежды, термобелья, тканей с пропитками. Да, вот такой вот он суперский. Идет функция обновления цвета у него. Эффективность от 20 градусов по Цельсию. Да, ну и вот эти все значки, что средство биоразлагаемое, экологически чистое, не наносит вреда окружающей среде. А далее концентрированный гель для стирки детского белья 115-15. Берем и кондиционер, и гель именно для этой серии. Да, у нас не 0 плюс дочка, но стираем мы много, часто, каждый день мы стираем ее одеяльце, постельное белье. Вот, недавно на, по-моему, Симоленде или Вальберисе, вот точно не помню, или уже Яндекс.Маркет, господи, запуталась, я опять назаказывала целую стопку одеял, потому что те одеяла тупо истирываются, чем бы мы их ни стирали, но за год они истирываются. Вот, у Вики 5 одеялок, что-то на балконе сохнет, что-то вот в очередь, да, то есть никак не можем решить вопрос, мы ночью уплываем из-за того, что у нас детский инурез на фоне аутизма. Значит, артикул 115-15, вот у этого концентрированного геля для стирки белого белья, и, честно скажу, очень нравится, потому что тут гипоаллергенные отдушки, они идут без красителей, кому нужны прям яркие, крутые ароматы, это, конечно, не к этому гелю, это гель реально для тех деток, кто может быть аллергичным. Наша Вика не аллергичная, но лишняя запахи, ну зачем ребенку, пусть спит так, как положено, да, спать детям. Дальше, мыло для кухни, устраняющее запахи. Хочу на этом мыле остановиться подольше, потому что 100 лет я про него не рассказывала. И вот недавно я узнала, что подружка им моет холодильник, и оно просто великолепно себя зарекомендовало, и никаких запахов, ароматов долго не появляется. Если какие-то запахи и ароматы были, они полностью исчезают, и это очень-очень приятно слышать. Она не зарегистрирована в компании Faberlic, и именно она порекомендовала мне вот именно вот этот антибактериальный компонент, мыло для кухни, которым очень классно мыть холодильник. На самом деле оно убивает запахи все. Оно так и называется — устраняющие запахи. Содержит антибактериальный компонент, мягко моет, убирает неприятные запахи, но еще и это мыло, оно получается, и можно мыть и кошачьи лотки, и можно, его можно добавлять в ведро при мытье пола, его можно использовать для того, чтобы убрать там, не знаю, с ножей, там запах рыбы, с досок запах рыбы, запах чеснока и так далее, ну в общем все, что не хочется. Им просто можно протереть и помыть все полки в доме для того, чтобы... мало ли где-то какие-то неприятные ароматы, это все бы улетучивалось, да? Вот такая вот классная штука, обалдею от него. И вот впервые заказала вот 30203 именно артикул. Я думаю, что он мне очень даже и понравится. Что не из новинок, это шарики для устранения запаха в холодильнике. Ну, как написано, полностью устраняют запах в холодильнике, да. Уничтожают плесень, бактерии, вот это не подскажу. Ни разу у нас не было ни плесени, ни бактерий в холодильниках. Вот. Вот, скорее всего, да, уничтожают, потому что, ну, я ни разу не встречалась с плесенью в холодильнике, а бактерии мы не увидим с вами, да. Увеличивают срок хранения продуктов до 2 раз, тоже вот не подскажу. Мы впрок много ничего не берем. Артикул 111-60, в комплекте шарики 3 штуки, но на 3 полки 3 шарика кладу и все. Что мне в нем нравится, кто-то его ругает, кто-то его очень хвалит, но я им пользуюсь уже не первый год. И я вам могу сказать, что запахи в холодильнике действительно на порядок стали качественнее, лучше. Да, там где-то кто-то забыл завернуть, там, не знаю, колбаску, лимончик, там еще что-то. И, допустим, сыр с маслом, они могут не пропахнуть. Да, вот для меня вот это, в принципе, важно. Итак, спорные многофункциональные салфетки для уборки. Ну, они у нас такие вот в рулоне, они одни. Состав у них идет бамбуковое волокно, целлюлоза и полипропилен. Они полностью биоразлагаемые, экологически чистые. Артикул 910-269. У них идет, во-первых, уже, да, то, что они
экологичные, они еще и многократно используются. То есть вы ими поприбирались, и их можно запустить в стирку и стирать. И стирать несколько раз, и после того, как вы их выкинете, они не наносят вреда среде, да? Вот, далее, значит, размер одной салфетки у них идет 25 на 25. Вот, тут 50 штучек в рулончике. Они обладают антистатическим полирующим эффектом, но в сыром виде. Значит, давайте мы с вами их откроем. Ну, мне они, честно скажу, понравились. Сначала мне вот кто-то со мной мне писал нелестный отзыв про эти салфетки. Не в плане того, что они плохие, нет. А в плане того, что это слишком дорого для обычных салфеток. Так вот, биоразлагаемые салфетки, которые многократно стираются, я не считаю дорогими. Я сейчас это очень даже не считаю, потому что они используются не один раз, да, это не одноразки. И вот с одной стороны такая гладенькая, с другой такая вот грубенькая. Поэтому я их взяла, мне сейчас их надолго хватит, да, я взяла 5 штучек, потому что у меня там еще заказали и так далее. Ну что ж, вот эти вот аромадиффузоры. Палочки у меня есть, я их просто переставляю. И я вам могу сказать, что вот сейчас, протестировав их, я прям утверждаю, они меняют качество воздуха по всей квартире. Даже если курят. Даже если курят, даже если каждую ночь писается малыш, и даже если у вас стоит кошачий лоток в туалете, да, то есть они полностью меняют. Они не просто стоят и пахнут, а как будто бы начинают менять качество воздуха в квартире. Вот это мне очень-очень понравилось. Хватает их на полтора месяца. Ну вот мы сейчас с девочками, да, у меня хозяюшка есть по дому, няня у Виктории, мама, вот, папа. Они говорят, что вроде бы на 2 месяца их хватает, если 5 штук, да, вот в комплекте, да, идут палочки, их нужно заказывать обязательно. Вот, и если 5 штук, то их хватает на 2 месяца. Что-то мне кажется, что 1,5 максимум. Вот, но я не буду с девочками спорить, им виднее. Я вечно в поездках, вечно счастливая, я могу действительно, да, мой самый-самый любимый, который есть на складе, вот их всего 2, их 4 вида, но на складе только 2. Значит, смотрите, антистресс я ставлю в спальных. В спальных это легкий, нежный, классный, суперский аромат такого какого-то вот, знаете, зеленого чая, что ли. Да, вот сейчас я вам загуглю, как говорится, состав. Да. И самое классное, что они содержат эфирные масла, это во-первых. А во-вторых, у них растительная основа. То есть они абсолютно безвредные, и это супер, да, вот видите. Я вам прям тут все увеличила. А, тут нету, вот, да. Вот, и вот это вот Мачатеа с артикулом 10057, это моя самая-самая любимая. Она мне понравилась больше всех, и ее я сейчас заказала 20 штук, девочки, в запаснике. Но 5 у меня уже куплено, потому что уже заказано и куплено 5 штук у меня. Вот, и вот знаете, вот эта вот сакура, она действительно чувствуется, зеленый чай чувствуется, очень-очень приятный, нежный, действительно тонкий, суперский, но не слабый аромат. Если вы, допустим, в маленьком помещении, типа маленькой комнатки, поставите все 5 палочек, ну, где-то через час вы задохнетесь от вкуснятины. Поэтому я рекомендую, если комната большая, да, можно поставить 5 штучек, но не больше. Не больше 3 в маленьких спальнях, где двери закрыты и вы спите. Может заболеть даже голова. Артикул 10057. Вот это вот Energy Mandarin Fresh. Это цитрусовый очень приятный аромат, его можно поставить, кстати, в шкафу, у меня очень большие такие шкафы, встроенная мебель по всей квартире и куча платьев, пиджаков и так далее. И в первую очередь я вот этот цитрусовый аромат, потому что его не любит моли и так далее, сразу же везде расставила по шкафам, во-первых, и во-вторых, в местах, где они проходимые, да, прихожая, кухня, коридор, да, то есть вот в этих вот местах и действительно проходишь мимо и чувствуешь, боже, как вкусно, боже мой, как здорово. Артикул 10056. Но я вам скажу честно, у меня бзик. Я повернута на ароматах для дома. Я обожаю ароматы для дома. Я просто благоволю их всех. И я в сотый раз кланяюсь компании Faberlic за такой качественный, натуральный, шикарнейший продукт, которому не подкопаться ни с каких сторон. Может быть, мне бы хотелось на выбор, да, то есть они...
получается, ух ты, еще не открывается, да, то есть они получаются только в одном цвете, вот этот цвет идет такой темно-коричневый, и кому-то, если захочется беленькую, светленькую, аккуратненькую, то беленьких, к сожалению, нету, да, вот это только очень плохо, а на самом деле они великолепны, в своем исполнении они просто великолепны, но хотелось бы, да, в ассортименте там, ну уж если совсем сильно докапываться и быть недовольной теткой, но на самом деле это классно, что я сейчас не хожу в магазин и не беру там диффузоры. Они у меня закончились, я поставила вот эти, и я просто счастлива. Я счастлива, ребята. Коралловый кальций всегда беру по 20 пакетов, но тут что-то взяла 9. Вот, и артикул 157.30, это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Недавно она была обновлена, до этого она была такая зелененькая, сейчас вот рыженькая, да, рыженькая с белым. В общем, я не могу сказать, что было бы со мной за эти 5 лет, если бы я бы пила воду без кораллового кальция. Вот так вот. Но, как говорится, тут в составе идет коралловый песок и посеребряный песок. Вот. И получается, что вот в такие моменты, когда действительно хочется пить качественную воду, и ее сложно где-то найти, где-то взять, вот это вот просто супер. Мы заказываем бутыли 19 литров и всю упаковку на бутыль 19 литров, да, тут 12 порций, одного пакетика хватает на 1,5 литра. Вот. Маловато, но мы пакетик высыпаем на 19 литров, вот этот вот 12 порций. Нормально получается, почти что получается. Вот это, скорее всего, VIP-новинка каталога номер 4 2022 года. Ну, хотя бы это пришло, да, все, что я могу отснять из-за вещей, надо было просто... Так, тут еще и приделано, да? Надо было просто сделать заказ по-разному, но раз уж одно идет и другое идет, ну ладно, съездим в Казахстан, и после Казахстана я сниму. Вот такое вот классное вафельное, красивейшее полотенце, действительно красивейшее. Ну, из-за того, что тут нету вешалки, да, и тут, ну, тут можно отрезать, да, вот нарисовано, что режьте. Ну, вот вешалки нет, вот это мне не нравится. Мне бы хотелось, чтобы вешалка была, пусть это будет там на 15 рублей дороже, еще что-то, но мне бы хотелось вешалку в цвет. А так, отличное полотенце, и скажу больше, у меня свекровь очень любит дарить подарки. И из-за того, что она любит дарить подарки, я взяла таких 20 штук. Пусть она ходит, раздаривает на 8 марта всем своим друзьям, знакомым, подругам. У них традиция такая, на Новый год друг друга задаривать, на 8 марта друг друга задаривать. В общем, они очень любят дарить подарки. И вот это я считаю нормальным, достойным подарком. А, ну, плюс к тому, что она еще захочет купить в магазине, да, то есть пакетик открыл, вложил там, что нужно и так далее. Значит, материал 100% хлопок, размер 45 на 60. Ну, обычное стандартное фланелевое, красиво покрашенное полотенце. Не знаю, как насчет того, будет, не будет линять, смоется, не смоется ткани, да, ну вот нормальный подарочек, да, открыли, допустим, там какой-нибудь сувенирчик положили и вместе с полотенчиком подарили. И вообще подарки должны быть полезными. Там еще был передник, там еще была хлебница, но все вместе с одеждой. Дальше, вот последняя не новинка, это у нас получается корм для кошек. Я заказываю 85 грамм один пакетик, 30 рублей одна штучка получается по ценам России, да, My Lovely Best Friends. Это для любимых кошек сочная говядина, именно сочная говядина. Сразу оговорюсь, консервантов и ароматизаторов нет, добавления сои, злаков и сахара нет, и витамины, минералы, конечно же, присутствуют. Вот, что хочу сказать, моя кошка легко перешла на этот корм, пару недель она так думала, есть, не есть, буду, не буду, хочу, не хочу. Но вот именно вот эту сочную говядинку и второй какой-то ей понравился, она захотела кушать. Корм именно для стерилизованных кошечек, она у меня стерилизованная, она не захотела. Значит, артикул у них идет 162.08, он идет, да, 24 штучки по 85 грамм, то бишь тут 2 килограмма 40 грамм вот в этой вот коробке. Сейчас вы будете часто это видеть. Ну, в общем-то, другие кормы мы пытаемся Алиске скормить, как бы, да, перемешать с этим, еще что-то. Но это, конечно, очень-очень сложный вопрос такой. Дальше давайте посмотрим бижутерия. Куча-куча бижутерий. Так, серьги Стефани.
Ну, поедемте с вами. Каталога у меня, к сожалению, бумажного нет. А нет, потому что вот так. У меня впервые просто такое в жизни, чтобы я вот так вот сделала и не подумала головой своей. Значит, артикул 600-790. Стефани. Ни размеров, ничего вообще нету. Так, ну что ж, пойдемте с вами смотреть. Значит, это такие вот сережки. Так, значит, вот закрепчики у них такие вот маленькие, хорошенькие, да? Давайте с вами посмотрим. Такие, ну да, не будут ни колоть, ничего. И вот они сами, такие вот прям лялечки. Угу. Обычные. Ну, вот этот круг белый, это LED-штатив. Ну, то есть вот так вот они побалтываются. Ну, такие, да, неплохой вариант. Следующий набор бижутерии, кольцо плюс серьги. Артикул 600-787. Давайте будем смотреть. Ого! Какие серьги большие. О, кольцо, кстати, безразмерное. Можно уменьшить, можно увеличить. Угу. Да, прикольно, прикольно. И, ну вот видите, я сколько себе увеличила. И вот тут вот немножко впивается, поэтому тут надо будет подзагнуть. Да, потому что не очень-то приятно, но на самом деле красиво смотрится, да. Вот, и такие вот сережки. Тоже сережки-гвоздики. Ну, неплохо, неплохо, симпатично. Да, и заклепочки точно такие же, как и... Получается, да, точно такие же. А, еще вот такие вот маленькие есть, да, прозрачненькие. Ну, какие кому захочется. Ну, в общем-то, неплохой такой наборчик, симпатичный. Так, будем снимать. Ну, да, видите, зажимает палец вот в этом моменте. Но у меня размер пальца, у меня большой очень размер пальца. Я честно скажу, что... Не стройняшка, я не стройняшка, и пальцы у меня сами по себе крупные, да, то есть, поэтому нужно тут, но зато он всем подойдет, понимаете, вот бывает такое, что кольцо может не подойти, это подойдет всем абсолютно, ну, детям, может быть, из-за своего размера большого, оно может и не подойти, но на самом деле очень приятный наборчик. Так, пойдемте с вами следующий наборчик. У нас получается артикул 600-789. Эдит. Подвеска плюс серьги. Подвеска плюс серьги. Так, поехали, поехали. Значит, ой, ну, кстати, очень даже симпатичный. Вот такое мне нравится. Очень нравится. Ну, классика, да? То есть, интересно, как тут все. Тут камушки. Так, длину цепочки, интересно, мне указали или не длину цепочки. Длину цепочки тоже не указали. Может быть, она будет длина цепочки в каталоге, но я пока вот, к сожалению, не знаю. Значит, серьги тут хорошо закреплены вот на эти вот гвоздики. Вот, то есть таким вот образом. Их можно проткнуть, но так впритык вы, конечно же, не будете делать. Это нереально. Ну, и они тоже болтаются, да, получается. Вот. Так вот, таким образом. Ну, симпатично, конечно, но такое чувство. Вот эти вот сережки. Да, хорошо очень смотрится. Даже захотелось такие золотые купить. У меня вообще уже не проткнуто, если честно. Длина цепочки идет стандартная. И тут, скорее всего, плюс-минус 5 сантиметров еще дополнительная цепь. Для кого это важно. Хорошенькая. Следующий набор. Аннет. Мой набор. Я же Аня. Так, артикул 600-788. Ага. Ну, точь-точь такой же набор, такой же комплектации, только вот нежный такой оттеночек, да, бежевый. Бежевый, очень-очень приятный. Ну, смысла нет второй раз перемерять кольцо, потому что они одинаковые абсолютно, просто разные цвета. Так, и следующий набор Estelle, артикул 600-786. 600-786. Так. Ух ты! Ага.
Так, кольцо такое вот прям маленькое. Оно не раздвигается, ребят, но на меня почти налезло. Да, то есть оно нет. Оно тут с дыркой, но оно не двигается. То есть тут размер такой, что вот мне, видите, тут не мало, да, то есть не налазит. Вот, а тут уже велико на мизинец. О, еле сняла. Но тут уже на любителя, значит, но размер не указан, да. Кольцо плюс серьги, Estelle 600-786. Больше ничего не могу вам показать, сказать про них. Вот, и вот такой вот гвоздик. Ну, вот это очень симпатичное, минималистичное, клевое, классное. Ну, мне нравится такое. Я такое вот даже в магазинах часто засматриваюсь, очень, очень люблю. Так, далее у нас идет артикул 600-791. Жизель. Жизель — это просто серьги. Просто серьги, без всего. Вот такие вот гвоздики интересные. Да, довольно-таки большие, выпуклые. Ай, не потерять бы застежечку. Угу, вот таким образом. Сбор пыли завершен. Это у меня работает. И тут заклепочки, они немножечко другие. Да, такие вот маленькие заклепочки. В общем, Жизель тоже прикольная. Вот. Ну и давайте посмотрим 600-785. Бланш. Кольцо плюс серьги написано. Угу. Ну, бланш точно такой же, только белый. Да, то есть только белое кольцо. К сожалению, мне его ни туда, ни сюда, никуда. Вот. По размеру оно мне не подходит. Вот. Точно такие же, как вот этот черненький. Но еще чуть-чуть маленечко. Это концентрированный гель для стирки черного белья. Артикул 118-41. Очень нам нравится. Несколько лет заказываем. К детскому порошку у нас кондиционер для детского белья появился. 115-16. Почему я говорю появился? Потому что эту коробку, напомните, вы сейчас забыли нам отдать. И я доснимаю. Как бы уже, да, доснимаю. И концентрированный гель для стирки 118-42. Тоже очень классный, суперский. Ну и, конечно же, прежде чем снять маленький кусочек одежды, который мне пришел, я хочу всех поздравить с Днем Святого Валентина, уже, наверное, скорее всего, прошедшим Днем Святого Валентина. Счастья вам и больше всего любви, потому что когда мы любим, что мы делаем, это круто получается. Когда мы любим своих вторых половинок, это получается очень даже красиво. А когда мы любим своих детей, наши дети способны покорять карьерные лестницы. И не только маркетинг плана Faberlic, а расти самостоятельно и круто. Когда мы верим во всех вокруг себя, во всех родственников вокруг себя, когда мы их поддерживаем, у них вырастают крылья за спиной. Поэтому любовь – это самое главное в жизни. Ну что ж, перейдем к обзору. Сейчас на мне трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Размер 52, артикул 532-462, состав 100% хлопок. Тоненькая, классная, легкая, хочется ее оставить. Идет размер в размер, я 52 размера. Все великолепно, длина отличная, она будет и в джинсы заправляться, и можно так ее носить, да, можно надеть пиджачок сверху с джинсами, тоже будет прикольно, какой-нибудь белый или черный, да. В общем, шикарная коллекция, мне она понравилась. Трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Цвет фиолетовый, размер 52, 100% хлопок, артикул 532-478. Вы знаете, мне не нравится, как тут смотрятся буквы. Вот, Антон, увеличь, пожалуйста, ты меня снимаешь. Их практически не видно, и такое чувство, что она уже какая-то неудачная, застиранная. И мы ее еще не начали носить, а она уже как-то, вот знаете, все пропало, ничего особо не видно, ничего не прочитаешь. Блекнет, еще тем более B, Y, они практически того же цвета, что и этот, и особо не видно. Да, поэтому тоже. Это возврат, потому что вот эти буквы, ощущение создается, как будто ты неаккуратный, в заношенные вещи. Мне не понравилось фиолетовым оттенком.
Итак, трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины. Артикул 532-470, размер 52, 100% хлопок, цвет пыльно-розовый. Так, ну, пыльно-розовая классная. Оставляю с превеликим удовольствием. Очень нравится, суперски. Да, то есть рисуночком здорово. Вот что мне больше всего понравилось в этих футболках, если обобщить. Легкие, классные, мягкие, такие прямо вот, они и не просвечивают, кстати, и они вроде бы не в обтяжку, но смотрятся аккуратно, не каким-то там мешочком. То есть обычная такая классическая, хорошая, клевая футболка. Я от такой коллекции без ума, и она не такая простая, как обычная, да, когда что-то хочется такое вот надеть, вечерком сходить, прогуляться, это самое то, она интересная. Это трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, артикул 532-490, цвет лаймовый, размер LXL, то есть он чуть-чуть поменьше, поэтому он идет в обтяжечку. Антоха, как мне, сильно недостатки выделяют? Нет, мне все нравится. Нравится? Да. Ну, прикольно. Здесь дело в том, что он как раз он плотненько сидит на талии, на бедрах, вернее, вот где этот. А где животик, он наоборот его животик уже в обтяжку. Нет, ну все хорошо. Я еще без утяжки одела, обычно одеваю утяжку, тут что-то не одела. Так, размер LXL, 100% хлопок. Так, смотрите, значит, ну она не только крылатка, она еще и можно сделать коротким рукав, то есть можно вот это сделать подлиннее, затянуть, как я делаю, да, затянуть, и получится реально крутая кофта. Да, ну тут можно бантик, можно просто так завязать, как вам хочется, можно вообще зашить и обрезать, да, то есть, ну, тут у кого как, да, то есть, и вот эта вот длина, ее можно сделать любой, по идее, покороче, подлиннее, как вам нравится. Конечно, мне нравится такой вариант, я люблю рукав, чтобы был чуть меньше 3/4, или чтобы он был 3/4, я прям это люблю. Сейчас у меня трикотажный джемпер, точно такой же, как предыдущая модель, тоже крылаточка, тоже регулируются рукава, размеры LXL, 100% хлопок. Вот цвет пыльно-розовый. Артикул 532-492. Трикотажный джемпер с длинным рукавом. Точно такой же, как и предыдущий, только фиолетовый. Артикул 532-494. Размер LXL, 100% хлопок. Хочу вам еще показать штаны. Это точно такие же штаны, которые шли такой фисташковый оттенок, да, зеленый оттенок. Я хочу их отправить на возврат, потому что я никак не могу дождаться желтую кофту. У меня не получается ее дождаться. Вот я себе оставила фисташковые штаны, я их уже поносила, постирала. И, конечно, такие на возврат я уже как бы, ну, у меня не получится их вернуть. Вот эти я не носила, не стирала и не примеряла. Я их просто вот разворачиваю сейчас перед вами, потому что желтая кофта опять удалилась из заказа. И я не знаю, закажу я ее или нет. И поэтому больше ждать комплект я не могу. То есть у меня получается, я еще надеюсь заказать все-таки фисташковую кофту. Что навряд ли уже получится, и я надеюсь, как бы, если у меня получится, я закажу такой костюм целиком, пока у меня не получается. Вот, поэтому я хочу их отправить на возврат, пока не поздно, потому что если их не комплектом носить, ну, я не знаю, к чему они подойдут, к фиолетовому, может быть, подойдут, я не знаю, да, что с чем хорошо смотрится, но не идет. Не идет, но мне бы хотелось монолук. Штаны бомбовые, сидят хорошо, сидят отлично, так же, как и, в принципе, да, изумрудные, так же, как и фисташковый, но просто не идет кофта. Я очень хочу такой желтый костюм, но у меня не получается его заказать. Итак, значит, артикул 531-285 в 52-м размере, 100% хлопок, это трикотажные брюки для женщины. Но сейчас, когда еще снег на улице, в них ходить, ну, как бы не особо. В них будет холодно, то есть нужно что-то пододевать под низ, чтобы в них ходить. Но очень классные они. Я, честно сказать, расстроилась немножко, но они классные. Ну все, мои дорогие, я хочу вам сказать всем пока-пока. Очень поражена качеством вообще коллекции, мне очень коллекция эта понравилась, эту кофту я себе однозначно оставляю, она сидит шикарно, причем она как-то вот, знаете, выделяет части тела, изгибы в тех местах, которых нужно, а в которых не нужно, скрывает. Вот эта кофточка как раз, можно так сказать, для нас с вами, да, для полненьких девчонок, которые хотят выглядеть хорошо.
Да, всем пока-пока.